Друзья, всем привет! Это очередной приход с сайта Fastech. На этот раз я заказывал аккумулятор 18650 для электронной сигареты. У нас так запакован аккуратненько. Такая коробочка для аккумулятора. Не скупились на коробочку, это радует. Вот он сам аккумулятор. Я заказывал аккумулятор LG, попросту шоколадка, 18650. Так, сейчас фокус. Вот она маркировочка, все дела. Ну, визуально, в принципе, все с ним нормально. Это радует уже который раз по ссылке с Алиэкспресса и с Фастека ничем не пугают, в принципе. Так, ну, у меня все та же электронка Пика iStick на 75 ватт. Не так давно я скачал новую прошивку на него. Вот. Ну, был у меня такой аккумулятор. А почему шоколадку? Еще раз. А потому что махов у него больше. 3000 махов против... сколько? 2500. Вот. Так, сейчас мы проверим на работоспособность данного аккумулятора. Так, ну да, все как обычно. Есть четверть заряда аккумулятора. Ну, в принципе, посылка годная, все исправное, все аккуратно запаковано. Вот. Это очень радует. Собственно сказать больше нечего. Что-то у меня с фокусом. Вот. Ну, как я говорил, будут еще видео по посылкам с Фастека и Алиэкспресса. Вот. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь в комментарии, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр, ребят.